Всем привет! С вами Комаров Виталий. Прислали мне еще посылочку. Не знаю, что за посылка. Что в ней щупали, понятия не имею. Так что узнаем все вместе с вами, что за хрень такая. Лишь бы не было никакого фауса. Тут раз. Что-то такое. Два, три. Что-то, по-моему, не знаю, что это такое. Открываем. Так, первое. Этот трек номер я отследить не мог. Да, это пришли паяльные жало к паяльнику. Раз. Три штуки. Объединили они, короче, мне несколько посылок в одну. Почему три? А, три одинаковых. Один, два, нет, три. Так, ладно, это паяльное жало. Три штуки. Что у нас еще здесь? Так что бесплатной халявы мне не прислали. Ага, это у нас губки для чистки паяльника. 10 штук. Оказывается, сюрпризов-то нет никаких. Несколько посылок в одну запихали и отправили. Все для пайки. Что у нас тут еще? Во, это еще губки для чистки паяльника. Ну и это что у нас? Сейчас посмотрим. На каждой посылку отдельный трек был. Все треки они запихали в одно и прислали. И вот еще паяльные жало. Можно эти паяльные жало даже померить в паяльничке. Сейчас мне даже очень интересно, подойдут они или нет. Ссылки на все эти товары я укажу в описании видео. Жало подходит. Все изумительно. Так что вот такая вот мне неизвестная посылочка пришла. Оказывается, она совершенно известная. Все треки я теперь у себя повычеркиваю, что я их получил. Это два комплекта медных жал. В других обзорах посмотрим, как они греют, как тепло держат. Это специализированные жалы, которые не требуют зачистки напильником. Их даже нельзя напильником затачивать. Эта штука. Да, тоненькие. Кошмар. Это для чистки паяльника. И эта штука тоже для чистки паяльника. Все, на этом обзор закончен. Вроде больше бы ничего не такого интересного там бесплатного не бросили. Так что все, что я заказывал, то и прислали. Ссылочки смотрите в описании. Все, спасибо, до свидания. До следующих встреч.